Магия, да. Это же левитация, да? Нет, я показывал. А ну еще раз, на сколько секунд? Ну, он, типа, видишь, так, да. Как будто бы в воздухе висит. Ну да, такой есть. Да. А вот эти вот, знаете? Знаю, да, но здесь... Сложно, да? Я показывал там, есть такой Костя, показывал эти все вещи. Я, честно говоря, не силен, пока еще джунглирование. Ну, вот он здесь, даже как-то вот так вот здесь делал. Вот точки есть, точка есть, на которой... Вот так еще ставят. Да, это много есть, несколько точек на теле. Потом переход с одной точки на другую. Оно как-то так катится, причем как прилипшее. Да, это все владение своим телом, то есть практика. Достигается тренировкой. Можно попробовать даже? Конечно, можно. Он не тяжелый, кстати. 400 грамм, по-моему. Да, стекло тяжелее будет, да? Стекло, конечно. Но и стекло сразу трещина чуть-чуть. Не трещина, а просто дребезги разобьется. Полина пошла показывать. Я уже думал, ты Серж, привет. Такую красоту. Да. Я думаю, когда короче, не так просто. Это не так быстро делается. Ну вот Алена сделала. Я вижу, что да. Я думал, поработала, да. Красиво, да. Не подумываешь вообще сделать себе? Какая-то доля секунды уже есть. Она может потоки тебе вот на руке что-то сделать, нарисовать. Она такая... подключается. Это жировки вообще, подряд на голове. Короче, это не просто. Периодически подумываю. Ну это знаешь, как это прикинь созреть, это что-то чудо. Серьезно. Есть. Было, да, чудо? Да. Зафиксировано.